14 января в Центральном районном суде города Твери продолжилось рассмотрение уголовного дела о получении крупной взятки бывшим заместителем министра экономического развития Тверской области Денисом Ильиным. Ильин был задержан спецслужбами в январе 2017-го при получении 500 000 рублей. По версии следователей, взятка предназначалась за помощь предпринимателям в незаконном получении многомиллионной субсидии из государственного бюджета. При реализации коррупционной схемы Ильин помогал заинтересованным предпринимателям составлять пакет необходимых для получения субсидий документов. Общение замминистра с коммерсантами происходило через директора одной из тверских фирм. Именно она передала Ильину 500 тысяч рублей. Летом прошлого года ее дело суд рассмотрел в особом порядке. Раскаяние и помощь следствию были учтены при назначении женщине условного срока. Ильин ожидает приговора. Мы следим за ходом событий. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ОМВД совместно с коллегами из ОМВД России по городу Твери выявлен факт реализации директором одной из строительных фирм путем установки на персональный компьютер нелицензированного программного обеспечения для проектирования. Причиненный ущерб правообладателю превысил 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 146 «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тверской области возле одного из домов по улице Хромова задержали 22-летнего жителя Средней Азии. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанного полумерные свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, в свертках находилось около 300 граммов героина, который задержанный собирался распространять посредством закладок. Фигурант задержан и выдворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.